Привет! Очередная посылочка пришла. Вот сходил на почту, получил. Давайте посмотрим, что в этот раз было заказано 2 недели назад. И пришло из Китая. Вот такой пакетик небольшой. Много всякой всячины там можно заказать. Дешево и практично. Так, это у нас считыватель для карт, кардридер для сим-карт. Вот такая вот вещь есть. Там по применению вопросов-то особо больших не возникает. Если возникает и есть желание приобрести, оставлю ссылочку в описании, как всегда. Можете оставлять свои вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много еще посылок из Китая. На этом все. Пока.